Всем привет, это Серега, Суицид Драгон. Хочу показать, что происходит нынешней зимой. Вот это очищено, видите, провалы от снега. Я-то еще более-менее выпрямился, но проваливает, потому что снега очень много. Поэтому всем советую в ближайшие дни выехать на дачу. И все парники, у кого такого плана парники, очистить от снега кровлю вверх. Видите, тут тоже провалец. Но это тоже очищенный, вон снега, сколько я по нему ходил, прямо вот здесь рядом, на высоту почти 1 метр. И вот толщина слоя этого снега, который на парнике, я вот сейчас начал чистить второй. И какие провалы, тоже видно, да? Старый пластик рвет, будь здоров, на раз. Новый, который вот здесь более-менее, там новый лист, он просто прогнулся на сантиметр 15-20 вверху, где там ямки есть, возможно. Поэтому на кровле, слава богу, Женька, Юльке, моей дочке, муж сделал нормальные скосы, угол острый вверх, поэтому с нее скатывается снег хорошо, поэтому слава богу. А здесь я вам советую, господа товарищи, в ближайшее время просто выехать на свой дачный участок, у кого, еще раз повторюсь, такого плана парники, и вот этот толстый снег, толстый слой снега счистить со своих любимых парничков. Поэтому наилучшие пожелания. С уважением, Серега. До свидания. До новых встреч.